все впечатления, которые мы получаем извне, и даже изнутри, конечно, но извне, все остаются. И не просто остаются, а действуют на нашу душу. И если мы возьмем сейчас какую-нибудь, представляете, труп положить там под пол и дыру вставить, что будет? Все схватят за нос и бежать, не правда ли? Правда? Понятно. Мы от трупного запаха куда бежим? О, как опасно смотреть многие вещи и слушать! Не надо в свою душу пускать эти трупы разлагающиеся. А вот эти гадости, которые можем увидеть, это именно это и есть